Всем привет, ребят, с вами Санек. В этом ролике я подведу общие итоги нашего канала в этом уходящем 2014 году. Для начала хотел бы всех поздравить с наступающим 2015 годом. Может, Новый год уже наступил. Я очень хочу пожелать вам счастья в новом году, самое главное здоровья, чтобы все ваши желания сбылись. Такое вот краткое поздравление получилось. Ну, на этом ролик не заканчивается. Хотелось бы вам рассказать об истории нашего канала. Начнем с общего состояния канала. Наш канал был зарегистрирован как раз в этом году, а именно 1 апреля, как это смешно бы не звучало. В этот промежуток от создания канала и до сегодняшнего дня наш канал набрал около 800 подписчиков, чуть больше. Хотелось бы также рассказать о составе канала, раскрыть эту тему. Состав входит 3 человека, если не надо показать сам. Другие два человека снимают большую часть видео, относятся к квадрайвингу, спринджайру, сопи и уже драйвингу. Вначале, когда только начал развиваться канал, мы старались сразу охватить большую аудиторию и снимать для этого по 2-3 видео в день. Уже через буквально 5-6 дней канал был резко заброшен на большой промежуток, и видео стали выходить очень редко, порядка 1-2 видео в неделю, вследствие чего мы сразу потеряли большое количество наших зрителей. Канал стоял почти на одном месте до декабря, и где-то 10 дней назад, вот, примерно, канал уже, и мы начали активно работать над каналом. Это могли спокойно заметить. В течение этого промежутка времени до сегодняшнего дня уходили различные видео, повторюсь, по сети кардрайвингу, сплитайрису и сампу. Я думаю, нужно закончить об истории нашего канала и начать рассказывать вам планы на будущий год. Цель у нас очень большая, набрать как можно больше подписчиков, как можно больше просмотров, чтобы вы были рады и чтобы мы были рады. Во-первых, честно говоря, видео будет выходить не очень часто, но уже после зимних праздников, в середине января, возобновим работу, и со временем на канале будет ходить порядка 2 видео в день, может и больше, но одно видео в день точно уже. Добавится множество роликов, появится новый обзор, у нас очень много людей, это все уже запланировано. Ну что, на этом, я думаю, можно подвести к концу этот небольшой итог. И еще раз хотелось бы вас поздравить с наступающим новым 2015 годом. Осталось совсем немного. Ну и все. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. С вами был Санек. Встретимся уже в следующем году.